Это помнишь, как тот телек, который я сказал, таранится? Да-да-да, с этим... И он тебя затаранил. С трубами, да. После развязки круиз 60. Мудила. Серьезно? Лол, ты видел, меня сейчас подбросило там? На лежачем? Ну, походу. Меня, короче, просто в воздух прям закинуло. Я вроде на... Ну, как Вольво едет, а? Ах, они тут фуром ебанутся. Чё там, смерть? Да? Ага. Нарушение скоростного режима. Он чуть не въебался в челика, который за нами ехал. То есть он тебя обгонял, а ехал за нами. Да, меня въебался. Я въебался? Тебя останавливаю? Ты там в пабе есть или нет? Нет, я пытаюсь из Амстердама выехать, я же тебе говорю. Срань господь, мне из компании не выехать, потому что я застрял. Да что ты меня толкаешь? О, гроза опять пошла. А, там тебя еще не убило пока что? А что нет, когда кузовик? Так что, на всякий случай перестроюсь, а хех попадать. Хера тебя там со всех сторон обгоняет. Я лучше прижмусь все-таки. Не, нормально живу. Вот это хипорт, Саш, кстати. Это репорт. Ты видел, что там? Ты видел, у меня справа хешило обогнать, я перестроился вправо, чтобы специально пропустить этого удара. Я понял, что он меня тоже справа обогнал. О, минус один. Минус... Ой, еба. Нормально все? Да, я не умер. Так, давай F6 посмотрю. О, не, у меня пока что все в порядке. Смотри, там впереди что-то собирается. Стой, тормози. Нормально? Ну это как бы смерть. Я не умер. Ты видел, что он сделал? Воу-воу-воу-воу. Охренеть, этот чел еще и лагает. Это сейчас чуть не вот это сейчас тоже чуть не смерть, на самом деле. Вот этот поляк, он подвис, ты меня чуть не убил. А я смотрю, что-то там раскорячено. Видел, да? Ты главное еще из этого дал, но ничего не вижу, потому что у него весь экран. Воу-воу-воу-воу. Вот что чел делает, объясни мне. Все в эту развязку. Причем с левой полосы, блядь. Справа же ехать, это же не вариант. Нет, тут походу круизводи. Я так чувствую. Смотри, этот дятел сейчас еще перестроится влево, смотри. Воу-воу-воу, смотри, смотри. Пидгила, блядь. Хуила, блядь. Ты смотри, ты видишь, что происходит? Ну не надо меня таранить. Я не могу остановить. Минус я. Ну это хипорт как бы. Это у меня не просто тупые челики, а есть вот такие долбоёбы. Вот чё этот чел остановился? Давай я тебя лучше обгоню, а вот херха подальше. На самом деле. Не, ну умереть вообще в последнюю секунду, это... Блядь, ты охуел? Охуеть, привет. Подождёшь, сейчас я тут заверну. Ты видел, что этот пенхило сделал? Ты видел, он начал в меня перестраиваться, я такой, чтобы не въебаться в него. Тупо мне пришлось съехать. Блин, а вот было бы прикольно убить здесь челика. Шаришь? Это, блядь, чё? Вау. Весело. Ты сейчас прикольнулся?
что здесь происходит? У меня просто один вопрос. Охренеть, он живой? Ага, спасибо. Сейчас я ответил лица проеду, чтобы на всякий случай. Спасибо, спасибо. Вот это, блядь, что еще за херня? Блядь, еще один такой же умник. Я тебе даже посигналить могу, пидрила. Ты что здесь происходит? Я вообще охуел. А, тебя там заблочило, да? Я специально не пропускаю. Я своего челика, который нарушает, я его впечатал в другую полосу. Давай я тоже заблочу. Чтоб не ехал. Вот так вот, ты паркуешь. Просто вот челики тут самые умные, походу, да? Скажи. У тебя даже в табе нет, приходись. Охренеть, что там происходит, Саша? Встреча, чувак. Еще побольше встречки, да? Мне кажется. Вот это, блядь, что еще? Ну ты самый умный, что ли? Себе в жопу перестройся. Куда ты там перестраиваешься с перегрелкой? Ну ты, блядь, обнаглел. А, двигатель неисправен, кстати говоря. Слышь, у меня 10% всего. Почему у меня двигатель не исправен каждую секунду? Тормозни, у меня двигатель сдох. Нахренена тупая тормоза. Фака. Дрифт, сука. Чуть не считается. Ты меня тоже чуть не убил. Пидрила, блядь. Я на самом деле Вольво бы взял. А, двигатель недоступен. Лошара, блядь. Как ты въебался в этой херне? Меня занесло. Блоховозка, блядь. Давай, столько километров в час основано. Я сократил дорогу, а ты сократил жизнь, да? Знаку. Мы уже засейвили тебя поржал.